Эфир продолжает новости дня в студии Александра Гриденко. Здравствуйте. В студии Александра Гриденко. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске мои новые ролики в моем YouTube-канале. Всем приятного просмотра. Дом Лепешинских. Дом Лепешинских. Закрыто тут. Открыто, сейчас все закрыли, вот говорят, что его починят, не знаю, так, не так. Такая вот. Тут был как музей, вот, не знаю, починят они или его не починят. Вот. Было бы хорошо, если его починили бы его, отремонтировали, и было бы нормально. Было бы нормально. Вот, было бы нормально. Было бы нормально. Вот. Они находятся в Долинске, где санаторий Чайка, где вот... Вот. Начинается санаторий, вот как 13-й маршрут идет. Вот, вот так вот. Тут уже жилой дом. Вот. Было бы хорошо, если они его восстановили бы. Дом Лепешинских. Многие говорят, что тут ужасы, что тут легенда какая-то. Не знаю, так, не так. Вот. Кто в легенды верит, пишите мне в комментариях. Вот. Как-то так вот. Такой вот домик. Тут был как музей. Вот. Тут вот. Жалко, что кто-то поломал его. Очень жалко. Вот. Очень жалко. Так вот, ладно, давайте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, плюс комментарии. Всем приятного просмотра. Конечно, плохо так все сделали, вот что так все разломали, блин. Надписи понаписали, позакрывали все. Вот так вот. Конечно, это плохо, что так это все. Неплохо, что так сделали. Да. Вот так было бы очень хорошо, если бы все восстановили бы. Так вот. Хотел вам показать это видео, давно хотел вам показать. Вот. Просто как-то времени у меня не было. Вот сейчас вот выбралось время вам показать. Там беседка, дети. Вот, вот так вот. Не знаю, друзья, почему они закрыли это все вот дело, все вот. Вот так вот. Все они закрыли. Не знаю почему. Вот. Как-то так вот. Все это выглядит. Не знаю. Ну, мое мнение, ну, плохо же они так сделали, конечно, но вот сами видите.